Ну вот, гуляю я по утренней Кокопетрии, старой ее части. Вот тут самое такое аттрактивное место такое. Река, речка Агиос Николаус, гостиница Милос. И старый мост. Класс. Прохладно так, людей никого. Вот сейчас пройдусь и пойду в свой отель на завтрак. Я вчера тут немножко прошелся, но было темно и уже ничего было не видно. Вот старый мост каменный вдалеке. Это деревянный какой-то не действующий. А по каменному я сюда пришел. Вот, оцениваем речку Агиос Николаус. Это левая из двух речек, которая течет как и Петрии. Есть две. Есть правая, которую я еще слабо видел. Есть вот эта вот. Это сильнее. Побольше будет, чем правая. Агиос Николаус. Так. Вот это Экотрупана. Тут что-то ничего не ясно. На английском ничего нету. Так. Вот старый каменный мост. Всегда люблю посмотреть на такие аутентичные каменные мосты. Да, нормально. Зачетно. Так. Ну все, вернусь-ка туда. И пойду вдоль речки обратно в гостиницу. Так, ну ладно, пожалуй, все тут уже более-менее понятно. Удивляет нулевое количество туристов в этих местах. Сейчас, во всяком случае. Класс.